Я думаю, условия обучения на первоначальном этапе вряд ли изменятся. Да? Скорее всего, все будет поддерживаться на том же уровне, потому что мы уже говорили о том, что будет сохраняться и преподавательский состав, и для студентов все условия для их обучения, для окончания вуза будут сохраняться. Но я бы хотел отметить, что опорные вузы – это вузы, которые будут иметь привилегии при открытии диссертационных советов, при получении контрольных цифр приема в аспирантуру, в магистратуру. То есть это вузы, в которых в первую очередь будет развиваться магистерская подготовка, аспирантская подготовка. Поэтому, естественно, те студенты, которые обучаются в опорном университете, они в дальнейшем получат больше возможностей для своего развития. То есть у них впереди будет и магистратура, и аспирантура, и возможность защиты в диссертационном совете, который будет создан в этом университете. А эти университеты будут иметь преференции для того, чтобы создавать такие диссертационные советы. А это очень важно на самом деле для молодых ребят, чтобы выстраивать свою траекторию и в дальнейшем видеть свое место, может быть, в науке, может быть, где-то на предприятии. Давайте мы с вами отнесемся к этому проекту как к проекту развития высшего образования на территории. Потому что те задачи, которые ставит Министерство образования и науки Российской Федерации перед этим университетом, они будут в конечном итоге локализоваться в изменении образовательных программ, в их актуализации, в усилении практикоориентированного обучения, формировании технологической магистратуры, в выстраивании коммуникации между дуальным образованием в системе среднего профессионального образования, с одной стороны, и с другой стороны, формирование прикладного бакалавриата, расширенные системы. Тем более, что аэрокосмического университета, это ФТУС, у него, конечно, бывший, да, ФТУС, он, конечно, безусловно, обладает уникальными компетенциями по выстраиванию вот такого диалогового режима, прямого заказа и ответа на спрос со стороны бизнеса. Также должен влиять, безусловно, на генерацию кадров, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, на создание новых инновационных компаний. Количество преподавателей в первую очередь зависит от их нагрузки, а нагрузка, в свою очередь, зависит от количества студентов. Но коль скоро мы собираемся увеличивать количество студентов, очевидно, что и спрос на преподавателей, наоборот, должен возрасти. Безусловно, мы надеемся на то, что и эффективность работы преподавателей тоже повысится. Наш интерес краевой состоит в том, чтобы продолжать развивать систему высшего образования в крае. Я хочу напомнить, что идея и борьба за то, чтобы создать Сибирский федеральный университет в свое время, она ведь была не ради удовлетворения чьих-то амбиций, а мы понимаем, что система высшего образования в Красноярском крае важна для Красноярского края, что московским чиновникам, вообще говоря, все равно вузы, где они расположены. Но нам важно, чтобы наши дети имели возможность получать достойное образование, чтобы обеспечить связь образования и экономики края, и социальной сферы, которая тоже является одним из крупных работодателей. Поэтому сейчас через идею опорных вузов мы хотим расширить вот этот перечень вузов, находящихся в Красноярске, но которые имеют более высокий уровень внимания со стороны федерации, со стороны профильных федеральных министерств.